Завершающий штрих реставрации особняка Щапова – информационная табличка. В городе появился еще один QR-код. С 1930 года творение московского архитектора Заруцкого занимает корпус сельскохозяйственной академии имени Беляева. Руководство вуза приняло решение о реставрации. Серьезным изменениям подверглось внутреннее убранство и фасад здания. Все работы были согласованы с департаментом культуры. Информационная табличка на здании будет полезна туристам и гостям города. Считав код, можно получить информацию о том, кто построил здание и чем оно интересно с точки зрения архитектуры. Много мы установили таких памятных надписей и в Плесе, и в Кинешме, и в Шуе. Работа будет однозначно продолжаться до конца года, где-то около еще 10 табличек будет размещено. То есть особенно, конечно, это интересно молодежи, потому что они чаще всего у нас пользуются вот этой помощью QR-кода.